Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Я допиваю свой утренний кофе, хотя на самом деле уже далеко не утро. Я скажу вам честно, что мне довольно сложно снимать вот именно с самого утра, по той причине, что моя главная задача – это выжить, при этом все успеть, ни о чем не забыть, собрать себя, собрать детей и все успеть. Я уже была в городе, я хочу сейчас немножечко подкраситься, но так как я выходила в люди, я уже накрасила брови прям с легонца. Но когда на лице есть брови, то я уже довольна, это мой минимум на каждый день. А максимум это еще и нанесение тона. Я хочу показать вам одну классную штуку. Я очень жалею, что я не успела этого сделать в моих мастхэвах на весну и лето. Дело в том, что новинка ко мне приехала через несколько дней после съемки, потом пока я все попробовала, протестировала, так что сегодня просто супер находка. Я как-то делилась с вами, я не знаю, как это работает, но в моем случае это факт. Если каждый день я крашусь тональным кремом, то у меня гораздо меньше высыпаний, меньше каких-то несовершенств, меньше пересыхает кожа, и также в течение дня я, в принципе, меньше прикасаюсь к своему лицу. Поэтому сегодня, так же, как каждый день в повседневной жизни вне камеры, я воспользуюсь тоном от бренда Clinique. Это новинка под названием Even Better Clinical Serum Foundation с SPF 20. Вообще такая оптимальная защита на каждый день. Это довольно универсальный тон по своим свойствам, и очень многим он понравится. Но самое классное в том, что это больше, чем просто, вот знаете, макияж. Это как завершающая точка в уходовой рутине. Я на полном серьезе, потому что здесь есть такие активные компоненты, которые работают на качество вашей кожи. У меня оттенок WN01, он сейчас очень хорошо мне подходит. Есть два более загорелых, их я оставлю на теплое время года, но обязательно покажу вам свотчи. Несмотря на свое название, тон сыворотка, он не жидкий, он наоборот такой богатый, кремовый, и он очень хорошо все перекрывает. Я наношу его буквально одно нажатие и люблю распределять при помощи спонжа. И он очень хорошо перекрывает все несовершенства на лице, но не смотрится маской и не ощущается. Сейчас за окном тепло, ну то тепло, то холодно, и он всегда ведет себя хорошо. Он не подчеркивает шелушения, он не проваливается в морщинки, не подчеркивает поры и не стирается. Даже когда лицо немножко начинает потеть, он все равно остается на месте, никуда не стекает. Я наношу его вот такими точками и дальше выбиваю спонжем. Как видите, все распределилось без каких-то особых усилий и способностей, и у нас сразу получается идеальный тон лица. Но самое главное это то, что в нем содержится целых 3 активных сыворотки, которые помогают нам улучшать состояние кожи. То есть ты и красишься, и сразу ухаживаешь за лицом. Здесь содержатся 3 сыворотки. Первая из них направлена на увлажнение, на восстановление липидного барьера кожи. Вторая на то, чтобы сделать тон более равномерным, чтобы убрать какие-то пигментные пятна, постакне, за счет того, что здесь содержится происходная витамина С, аскорбиновая кислота и специальный комплекс, который был разработан Clinique. И третий компонент – это салициловая кислота. Это суперингредиент именно для проблемной кожи, если у вас есть что-то, что нужно подлечить, забитые поры, если вы хотите осветлить вашу кожу, отшелушить ее. И лично в моем случае салицилка – это то, что сейчас мне жизненно необходимо для красивой кожи. Все остальное, конечно же, в комплексе это работает еще лучше. Мне очень импонирует то, что это даже больше не про макияж, а про уход. То есть вечером, когда ты смываешь с себя косметику, ты видишь, что твоя кожа становится изо дня в день лучше, лучше и лучше. Мне очень понравилась эта новинка, и мне захотелось с вами поделиться. Я, как обычно, укажу все оттенки и полное название в инфобоксе. А сейчас продолжаю краситься. Мне достаточно покрытия тонального средства на лице. Если вам хочется еще что-то замаскировать, скрыть, скорректировать, вы можете воспользоваться еще и консилером. У меня есть вот этот, тоже из линейки Even Better от Clinique, и его я нанесу под глаза. Пудра у меня от Наташи Шик. Вот такая запеченная, я только начала ее тестировать, у меня в оттенке Medium, он хорошо мне подходит, и пудрочка классно фиксирует макияж, и при этом придает коже свечение.
Если бы вы только знали, как сильно мне давит этот обруч, а я не могу краситься так, чтобы у меня волосы попадали на лицо, и вот сижу и просто мучение. Дальше я воспользуюсь палеткой от бренда Benefit. Она у меня уже где-то год, и сейчас я снова ее достала и не могу оторваться. Я делала на нее обзор, и молодец тот, кто успел купить. Я, правда, достала отсюда кисточку, потому что пользуюсь другой. Здесь и бронзеры, и румяна, хайлайтеры, бронзеры, румяна. В общем, я в восторге, и очень выгодно покупать такие палетки, потому что сам рефил какого-то одного средства стоит довольно дорого. А тут ты за 5 платишь, я не помню, сколько она стоила, как 2 средства, а получается, что у тебя целых 5. Dallas – это супер такой естественный бронзер, немножечко сатиновый, но для светлокожих это, конечно, супер вариант. Я добавляю немножко хулы. Раньше я не понимала бронзер хула, не знаю почему, сейчас как-то полюбился он мне больше, чем раньше. Наверное, доросла, созрела. И для сияния на лице добавлю такие персиково-золотистые румяна, они очень сияющие. Сейчас зашло солнце, вообще дождь, погода непонятная. Это Джорджия. Накрасила один слой туши от бренда Eveline, она вот такая красная, с силиконовой щеточкой. Я несколько раз ею пользовалась, она очень красиво выкладывает реснички, держит объем, удлиняет их, делает черными и хорошо держится в течение дня. Еще губы обвела при помощи карандаша, где он тут, от бренда Chic в оттенке Florence. Хочу добавить блеск Dior 785. Показывала тоже в какой-то подборке, чтобы чуть больше выделить глаза. Я нанесу тени от Relouis в оттенке 12. Очень классные, матовые. И цвет универсальный. И немного хайлайтера из той же палетки в уголок глаза. Это все. Я готова к труду и обороне. На самом деле я никуда не собиралась, мне просто захотелось подкраситься и немножко отвлечься и нанести чуть больше, чем просто средство для бровей и тональный крем. Я надеюсь, что вам понравился такой легкий макияж, а сейчас начинается часть влога с огромной мотивацией на уборку, на порядок, приготовим что-то супер вкусное. Все, что я сегодня нанесла на себя, обязательно напишу в инфобоксе. Возможно, я о чем-то забыла. Такое тоже может быть. Ну, а мы с вами продолжаем. Вчера на обед делала тыквенный суп. У меня осталась тыковка, я ее запекла. И оладьи из тыквы. Это нечто. Давно-давно вам показывала рецепт. Он вообще-то не мой, а из квести smaku.com. Это тот польский сайт. Помните, я недавно вам рассказывала. И до сих пор фанатею от этой сковородки. Теперь получаются такие ровненькие панкейки. Мы все до сих пор сидим по домам, у нас все еще онлайн обучение, и когда я снимала, даже садики были закрыты. Так что с самого утра я действительно как белка в колесе. В первую очередь я сразу наливаю собаке попить, вывожу ее, дальше делаю завтрак и только потом уже раскладываю посудомоечную машину и все остальное. Между прочим, для того, чтобы поддерживать порядок, а не просто один раз в неделю убираться, я делаю такую легкую уборку после приготовления там, обеда, завтрака, ужина или просто какого-то перекуса полдника. Это не просто сразу создает ощущение чистоты и порядка, но и если, например, что-то пролилось, что-то высыпалось, то это гораздо проще убрать именно сразу, чем спустя несколько часов или даже дней. И еще такой лайфхак. Мы целый день складываем грязную посуду, посудомоечную машину и на ночь включаем ее. Также еще включаем робот-пылесос, поэтому, когда ты просыпаешься, нет вот этого груза, что тебе нужно и убраться, и помыть посуду, и протереть пол или что-то пропылесосить. Так что мы поступаем таким образом. Последнюю неделю меня прям как прорвало. Я, конечно, не все снимала, но у меня наступил такой момент, когда я уже сама не выдерживала и понимала, что накопилось так много именно бытовых дел. Если вы чувствуете то же самое, то давайте убираться вместе. Я, как видите, тоже включаю YouTube. И поехали. В этот день я складывала стирку. Никак не могу приучить себя именно все раскладывать после того, как белье высохнет. Мне гораздо проще собрать огромную кучу, настроиться. И когда я более свободна, я вот так сажусь и собираю в основном свои вещи и детские. Зачастую Томак свои сам раскладывает сам, как ему там удобно. И вообще он что-то там тоже перебирает. Но в этот день я складывала абсолютно
все, потому что нужно было освободить пространство, нужно было перебрать все вещи в детском шкафу. Я реально достала все. Я также вместе с мальчиками пересмотрела все их игрушки, то, из чего они выросли, все книжки, которые мы перечитали по несколько раз, та одежда, которая нам мала. Мы все сложили в пакеты и отнесли семьям, которым мы все это передаем. И друзьям, и просто людям, которых мы поддерживаем. Потому что некоторые вещи не снашиваются, как какие-то рубашки или кофточки. Игнат, например, вообще любит пиджаки. Конечно, ребенок не в состоянии это все сносить до дыр, поэтому мы передаем, так сказать, по наследству. Вы очень часто спрашиваете меня, разглаживаю ли я вещи после стирки. Как видите, нет, у меня просто-напросто не хватает времени, да и желания, если честно. Я не вижу в этом смысла. Я глажу то, что планирую надевать. А детские вещи там перед школой, например, в воскресенье, я отпариваю все футболки Захара, тоже как-то вам показывала. Я использую систему хранения Marie Kondo. Некоторые вещи я развешиваю, а некоторые складываю, и под собственным прессом они слегка выравниваются в шкафу. Я очень хотела еще и сделать разбор гардероба и убрать все теплые вещи, но зима у нас не отступает, поэтому я еще оставила свитера, те, которые я ношу чаще всего, и также моя униформа, мои разнообразные спортивные костюмы. Я постирала, тоже поскладывала вот так в стопочки, все пораскладывала комплектами, и если вы видите, да, я храню на полках вещи таким образом. Это очень удобно. Я вообще-то складывала все на полу, потому что было чисто, я была уверена в том, что вещи не запачкаются. Когда Томик уберется, то идеально чисто в доме. Можно есть с пола, как он говорит. Я шучу на самом деле, но я вот тут складываю все теплые свитера, которые я уже, надеюсь, носить не буду в этом году. Те, которые грязные, где-то запачкались, особенно кашемировые, шерстяные, я отдаю в химчистку, потому что и я, и Томик, мы уже столько вещей перепортили в стиральной машине, что я не стираю их вручную. Как бы я ни старалась, все равно они очень сильно как-то сбегаются и становятся маленькими, поэтому я отношу в химчистку. Я сложила мои любимые свитера вот в стопочку и на верхнюю полку в шкаф, куда я вообще не достаю в повседневной жизни. Это мой личный маленький ад. Я уже полгода не могла сделать хорошую организацию в нашей кладовой, типа как прачечная. Я много раз показывала вам это помещение. И вот такие контейнеры у нас хранятся на стене. Это система хранения из IKEA. И там же у меня есть полотенца, постельное белье. Честно говоря, я не могла придумать, как это все поскладывать, чтобы мне было удобно, и чтобы это также лежало комплектами. Потому что у нас был такой беспредел, начинаешь искать. А я люблю, когда все подходит друг к другу. И вы знаете, я крутила-вертела, не помнила, как Marie Kondo показывала, по-моему, так. Получилось супер удобно, и все видно. Наконец-то я добралась до этих ящиков, в которых уже давным-давно нужно было навести порядок. Я поскладывала все комплектами. Здесь у нас находятся полотенца, которые у нас постоянно в использовании. Вижу, что как минимум два комплекта нужно обновить в несколько лет. И со временем белые полотенца становятся такими серо-желтыми и не отстирываются. Если вы знаете способ, то поделитесь, возможно, я их еще как-то спасу. Это у нас гостевые полотенца, а также те, в которых чего-то не хватает и так далее. То есть здесь испортилась маленькая. Двух полотенец не хватает, у меня еще отдельное для лица есть, и вообще для волос и так далее. В общем, нам нужно 4 полотенца для меня и Томика. Это гостевое постельное белье, 2 комплекта, я тоже уже на всякий случай купила, и каждый раз, когда к нам кто-то приезжает, я уже не заморачиваюсь. Помимо этого, я успела разложить уже вне камеры наше постельное белье, тоже поделила все по комплектам, поскладывала. Здесь отдельно не наволочка, простынь, пододеяльник, и там еще запрятаны для подушек наволочки, чтобы потом так раз достала и все на месте. Второе постельное, вот это тоже мне мешало бы уже выбросить, купить новое, но пока у нас не открылись магазины. И сейчас, понятное дело, на постели у нас есть белье. Это детские, там еще в сушилке есть часть, поэтому доскладываю. Отнесу все по местам и смогу пообедать. Ура! Помимо того, что вы сейчас видели, я еще и успела поскладывать вещи мужа в нашей прачечно-кладовой. Я не знаю почему, но он не любит раскладывать большую часть своих вещей в шкаф.
Он говорит, что вот так ему все виднее, ему удобнее, он моется, заходит сюда, выбирает, что он там хочет надеть. И не знаю, уж как-то так повелось. Пусть лежат здесь, раз ему так удобно. Также обнаружила, что у нас порвался вот этот контейнер для цветных вещей. То есть для белых еще более-менее держатся, они из Икеи. И видите, что мне пора в магазин, а тут никак. Также здесь висят и его, и мои рубашки, которые нужно погладить. Когда он ходил в офис, я вообще не успевала ему наглаживать все. И он или гладил сам, или отвозил в прачечную, и ему там все гладили за небольшую оплату. Вот так мы вышли из ситуации. Висит моя красивая рубашечка из Массимо. Наконец-то уже должно потеплеть скоро. Буду гонять в ней и джинсовые куртки. Очень ее люблю. Обед мне так и не светит. Я решила закончить все раскладывать по местам и только потом поем. Немножко, так сказать, закадровой жизни. Чем я тут занимаюсь? Недавно опубликовала пост в Инстаграме и также сториз записывала, что мне для этого понадобилось. Я заехала в цветочный магазин, давно хотела купить вот эти цветочки. Они, кстати, могут засохнуть, и эвкалипт также, и будут стоять, ну не вечно, но довольно долго. Гораздо дольше, чем обычные цветы. И вот, чтобы сфотографировать красивую раскладку, я все разложила. Кстати, я постоянно пользуюсь функцией портрет, мне так нравится размыт задний фон. И когда я фотографирую себя, я уже давно перестала просить мужа, потому что у меня есть несколько штативов. Вот, например, этот и вот этот держатель телефона я покупала отдельно. Что это за фирма? Штатив, между прочим, супер удобный. Я покупала такой попрочнее. Не знаю, насколько это вам актуально. На меня вода накапала, не обращайте внимания. Но у меня чистая одежда. В общем, я купила его в специальном магазине, где все там для фотографии. Где ж название какое-то? А? Такой у меня. И он полностью складывается. Можно также сделать повыше, пониже, как угодно. Спасает невероятно. Как дома постоянные влоги на него снимаю, так и в поездку сложила. Он такой компактненький. Правда, не сказать, чтобы совсем легкий. Но зато теперь в семье спокойнее, потому что я могу фоткаться сама. Ставлю таймер на телефоне и поехали. Вот я развязала букетик, теперь все пора складывать. Притащила еще и зеркало из этого, из моей комнаты, типа кабинета. Короче говоря, занимаюсь сегодня и на одну такую фоточку, точнее у меня их получилось несколько, но все равно у меня ушло 2 часа, да. Завтра на воскресный обед к нам приходят родственники, поэтому я вечером чуть заранее буду делать традиционный польский пирог, который называется сырник с брускнями. Это типа как чизкейк, но он будет с персиками. У нас продаются вот такие консервированные, я думаю, что они много где доступны. Если нет, то можете поискать что-то наподобие. Разогреваем духовку до 200 градусов. Пока что поставлю просто нагрев сверху и снизу. Берем 5 штук яиц и отделяем белки от желтков. Начинаем замешивать тесто. Берем 50 грамм сахарной пудры, 400 грамм муки, 250 грамм нарезанного кубиками масла. Оно у меня из холодильника, но можете чуть-чуть заранее достать, чтобы проще было мешать тесто. 5 желтков, чайную ложечку разрыхлителя, все никак не могу купить для него отдельную баночку, забываю. Для того, чтобы смешать все ингредиенты, вы можете взять нож и как бы вот так резать масло. Я раньше так и делала, но, конечно, проще будет в блендере или, например, в миксере, если он у вас мощный. Нам нужна вот такая консистенция как бы рыхлого теста. 2/3 получившейся массы мы будем выкладывать в ранее приготовленную форму. Слегка все утрамбовываем. Все сбегаются. Мика, Микось, ну тебе такого нельзя, лапа. Сейчас что-то другое найду. Печем наш низ от пирога 25 минут. Я не включаю термантуф. Остальную часть теста ставим в холодильник и пока что займемся творожной массой.
Чтобы не терять время, я сразу же нарезала кубиками мои консервированные персики. Ну а теперь творожная масса. Высыпаем сахарную пудру. Список всех ингредиентов я, как всегда, оставлю в инфобоксе. Добавляем ваниль немножко по вкусу. Дальше выкладываю кусочками мягкое масло. Я нарезала его для того, чтобы моему миксеру было проще это все взбивать. Ну и, конечно же, когда это делаем руками, то так легче, просто-напросто. Миксуем несколько секунд. Дальше постепенно добавляем 2 яйца. Вот вливаю одно и второе. Теперь выкладываем творожную массу. Не берите обезжиренный творог. И если вы знаете хорошего производителя, то желательно, чтобы он не был супер кислым. И не кладите большим куском, а вот так ложечкой. Добавляем крахмал. Несколько ложек. В граммах будет указано в инфобоксе, опять же. И миксуем, миксуем, миксуем. Когда масса готова, выливаем ее на подпекшийся низ нашего пирога. С ним немного заморочек, но он того стоит, поверьте мне. А теперь беру белки, взбиваю их и постепенно добавляю сахарную пудру. У меня что-то белки не очень хотели взбиваться, но у меня более-менее получилось. А теперь вот эту готовую взбитую пену добавляем немного кокосовой стружки. Если у вас ее нет, можете пропустить этот шаг, тоже не критично. Выкладываю на творог, получается, персики консервированные, которые я нарезала, и дальше облачко из белков. Достаем тесто из холодильника и опять же распределяем по поверхности. Это все теперь можем выпекать. Не помню при какой температуре, но укажу. Теперь важный момент. Обязательно дайте пирогу остыть, иначе вы его не нарежете нормально. Он будет разваливаться. Вижу, что вчера кто-то не выдержал и уже часть съел. Это очень вкусно. Вот этот красавец в разрезе. Он действительно тает во рту. Обязательно попробуйте такой польский рецепт. Ваши близкие и гости, если будете устраивать какой-то праздник, обязательно это оценят. И, между прочим, это один из моих самых любимых польских пирогов. Я сегодня так удачно утром заехала в Пепко, как раз выкладывали новый товар. Я продолжаю собирать детский гардероб, особенно для старшего. Он настолько вытянулся, если Игнат еще с Захаром многое донашивает, то у Захара реально практически пустой шкаф. Я в шоке, потому что я ставлю уведомления, там Заре, H&M, и все расхватывают за несколько минут. Это какое-то издевательство над родителями. Я сегодня купила футболки просто по супер ценам. Смотрите, 2,5 евро, ну до 5. В основном где-то 4 стоят вот эти из такого экологического хлопка какого-то. И, ну, такие веселенькие, можно сказать, что как из H&M, из других магазинов. Ничего прям такого, что могло бы говорить о бюджетной цене, в них реально нет. И также, девчонки, зашла вчера на Next, там кое-что было в нашем размере, но цены это тоже не очень приятное явление, 2,5 евро. Нормальная футболка. И, кстати, в некоторых магазинах у нас чем больше размер, тем дороже цена. Так что очень часто бывает так, что, например, обувь детская, но стоит как для взрослых, потому что у Захара уже большая нога, 34 размер. Так что еще вчера успела купить кроссовки новые, потому что тоже износились и вырос. Жду, когда они ко мне приедут. Вот, а это стоило 5 евро. Непонятно почему, кстати. Возможно, типа как надпись какая-то другая. Хотя, вы знаете, я не вижу между ними особой разницы. Сейчас поснимаю этикетки, тоже все перестираю. И фух, хоть здесь можно выдохнуть. Ребенку будет что надеть, потому что сегодня он говорит: мама, и у меня вообще нет спортивных штанов. Что мне сегодня надевать? Так что маман тут заморачивается. Итак, внимание. За все я заплатила 100 евро. И в итоге я купила 10 футболок. Приехала команда, поэтому так громко. Раз, два, три, четыре. 5 штанишек. 2 толстовки. Еще зонт. Батарейки. И также 2 упаковки носков. Мне кажется, что это удачный улов. Воу-воу-воу, я же вам говорила, что мне очень понравилась летняя коллекция H&M. И
Я думаю, что в этом влоге всего достаточно. Если вы хотите распаковку в одном из следующих видео, я вас подожду. Не забывайте поставить пальчик вверх этому видео, мне будет очень приятно. И на этом мы с вами прощаемся. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.